Сегодня врачи должны не только соответствовать требованиям, предъявляемым к медицинским работникам, но и уметь разрабатывать собственные проекты для улучшения качества своей работы. Научить этому был призван недельный семинар. Главный принцип проектной деятельности – ориентированность на результат как нельзя лучше подходит для сферы здравоохранения. Мы на старте. У нас появились дополнительные запросы и заказы. Я уже общалась с нашими главными врачами. То есть образовались новые проблемные поля, над которыми нужно работать. Это и создание внутренних проектных команд, это и интеграция усилий внутри отрасли между конкретными медицинскими организациями. Уже есть хорошие предложения в этом плане. А предложение состоит в том, чтобы каждый медик владел навыками эффективного управления собственным трудом. И речь идет не только о работниках высшего звена, но и о среднем медперсонале. И проверяем, не попали ли мы в сосуд, то есть натяжение поршня на себя. Начинаем введение лекарственного вещества. На практической части семинара работу старших медсестер оценивали эксперты. Лариса Круглякова уже не первый год работает с пациентами, и она уверена, опыт в медицине превыше всего. Новое – это хорошо, но опираться нужно всегда на то, что есть, что является основой у нас медицинской нашей работы. Работа медицинских сестер на семинаре была оценена экспертами по всем критериям государственных стандартов. Большая категория медицинских работников, которые непосредственно работают с пациентом. Медицинский персонал владеет данными технологиями, и таких вот грубых ошибок, которые бы способствовали ухудшению качества оказания медицинской помощи, на данном этапе не выявлено. Недельный семинар-практикум был интересен не только участникам. Он оказался полезен самим экспертам. Они оценили стратегическое видение медицины будущего, заложенное в региональном проекте «Управление здоровьем». Это профилактика. Ваш проект «Управление здоровьем», он сейчас идет на пике потребности. На самом деле очень нужен. Первый опыт показал, такие семинары необходимо проводить и в будущем. Дарья Гатинцева, Дмитрий Коваленко, Валерий Ларьков. Новости Мира Белогорья.